Майонет Дося, да? Нет, ты еще по ТВМ. Вот ты рак. О, крыса, бля, увольняйте. А что, маски одеваем? Нахуя вы маски одеваете? Это 99-й, если что. Там 30 я поехал. Чисто по обстоятельствам 30 стерж слизи. О, грув! Блядь, мясо! Мясо, пацаны! Блядь, мясо, пацаны, блядь где мясо? Где мясо? Я первый сольюсь! Блядь. С магаза идут. Я лох, блядь, сейчас меня убьют. ГМ! Что ты лох? Их магаз. Пацаны, их магаз, 10 человек, их магаз, быстрее. ГМ, F2. Я включил ГМ, я ГМ. Бля, живу. Да, убивайте быстрее. Я запропсил Сева ГМ. Я без скиллов, бля! Я тоже с ГМ. Скиллы для алкоголь. Ну, ебать, драки с ГМ. Пацаны, убейте, меня убьют сейчас, я говорю. Слива. Помогите. У тебя ГМ чё-то. Ты блан? Помогите быстрее, вот и быстрее, дома синие. Минус стал. О, кто меня сливает? О, я почти не слился. Пацаны, помогите, блядь, синие дома, прием. Какие дома? Где синие? Чё синие? Здесь меня лагает. Я, блядь, ГМ включаю. Они на Б6 бегут. Они на Б6 бегут. Башни с читами, короче. Помогите, алло, ёпта. Ебланы что ли, блядь, че своих нахуй сливать будете? Вы обезьян. Ой, в этом, в доме, в ой, как вообще. Я минус дал, блядь. Ригал. Я без скиллов дал минус, да, сука. Какой-то Логан с Аимом. Слышь, какой Логан с Аимом? Ты олень, я без Аима. Это Логан, Лобес. Так это Логан, блядь, ему РСКРС своим, блядь, скинул. Лобес. Это дал минус без скиллов просто, бля. Рататашим нахуй. Я уже без скиллок надо купить. Рататашим. Давай, рататашим нахуй. Он, блядь, он сбил. Ой, хп мало. На, убили. Слышь, блядь, план это я, Коди ебанита, тварь. О, Коди. У меня Моти Фавки сливнул, мать его. Дайте. Увольте быстрее, Моти Фавки. Респект, давайте, есть чуфри. Уволил. Уволил, все. Да, вести. Респект, секс, это сука. Группа под мостом, в игру, видишь, бежит такой. Давай, ищи ранг. Да, го. Дайте 10-й, пацаны. Он не на тачке, он пешком, Б6. Эдди Глай, чуфри. Ха-ха-ха-ха-ха. Я пошутил. Да нет, тихо. Не воруй фрака, я это мой, стой. Сейчас сольют нас. Гонишь меня, сейчас сольют. Офнулся. Офнулся. Пиздец. Его пацаны метли тогда. Тварь тупая, ну. Бесят тупые обезьяны, бля. Тебе раздаем всем. И башню своих пизд. Логан, блять, лох. Здорово всем, пацаны, короче, с вами Альваро Наваро. Ну, как все знают, Рам, просто Рам. Хотел бы вам всем объяснить ситуацию на лидерке Ацтек, Север Шоколад, как все происходило. Мне пишут все о сливе. Но я бы хотел посмотреть вас на месте меня. Если бы вы стояли вместо меня на лидерке Ацтек, и у вас была бы такая ситуация. Ну как, все, гетто разделили, меня поставили, да, получается, на Ацтек. И встает, ну все, я апнул 40 тер, и на лидерку балла встает свой человек из моего состава. Ну не беда, думаю, а один человек ничего не порешает. Ну все, апаю дальше теры, дохожу до 68 тер, и Костя, Константа Куинтана, получается, уходит по СЖ. Мы с ним думали коптиться, все получается до сотки, потому что все остальные банды были на респе, можно сказать, кроме Баллас, там у него две теры. Он уходит по СЖ и становится Рэнди Деврис. Опять же, мой друг и мой хороший знакомый. И мы не решились коптиться друг друга, чтобы не портить отношения с составом, и просто вдвоем, чтобы остаться друзьями. Хоть это игра, но все равно же. Я дорожу дружбой со своими пацанами, которые мне помогают. И вот, и он, короче, слил теры. Я думаю, это не очень достойная сотка, конечно, но извините меня,
сидеть без капов на почти 70 тиров тоже не вариант. И мы решили так сделать. Все, не обессудь, что кому не понравилось. Я думаю, это было достойно сделать именно так, а не коптиться ради тер и как-то разрушать нашу дружбу. Всем спасибо, всем удачи, еще увидимся.